7 сентября в гости Казанского федерального университета приехал чемпион мира по слепым шахматам. Тимур Гареев – американский шахматист, установивший новый мировой рекорд. В конце 2016 года он сыграл вслепую на 48 досках в университете штата Невада в Лас-Вегасе. Это шахматы вслепую – это мое хобби, это тем, что я люблю заниматься прежде всего. Вот. И, значит, поддержка формы игры с другими сильными шахматистами, без этого никак. Мировой рекорд занял 19 часов последний, да, когда я играл 48 досок одновременно вслепую в Лас-Вегасе, в Неваде. Тоже было, значит, мероприятие в университете. Тимур Гареев – частый гость столицы Татарстана. Около года назад в Казань переехал отец гроссмейстера и другие родственники, имеющие татарские корни. Гроссмейстер сыграл уникальный матч в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Шахматист провел сеанс игры в шахматы вслепую на трех досках. Его соперниками были ученик 7 класса IT-лицея КФУ Ирик Галиев, студент 3 курса Института физики Руслан Хамзин, а также профессор кафедры математического анализа Института математики и механики Ильгиз Каюмов. И также с велотренажером и экспериментацией с разными параметрами. Допустим, сегодня мы пытаемся сыграть с часами, ну, где будет определенное количество времени на часах по 10 минут. Вот, то есть какой-то определенный лимит, да? Вот, если не попробовать, то не узнаешь, как быстро, как можно. Вот. Есть, конечно, страх, что что-то не получится, что проиграешь. Гроссмейстер играл, крутя педали велотренажера для поддержания концентрации и ритма игры. Тимур Гареев признал свое поражение в партии с преподавателем. Матч завершился победой международного гроссмейстера со счетом 2-1. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.